Вместо радиорекламы из магазинов – предупредительное звуковое оповещение из мегафона. Вместо распространителей листовок – сотрудники полиции и химспаса, которые патрулируют привокзальную площадь. Стражи порядка проверяют у прохожих наличие электронных пропусков на передвижение, а также уточняют причины нахождения на улице в период самоизоляции. Если человек нарушает режим самоизоляции, соответственно, мы составляем материал и передаем в суд. Я вам хочу по данному поводу разъяснить. Здесь у нас есть целое объяснение. Значит, в кодексе об административных правонарушениях ввели поправку. Статья 26.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе возникновения. То есть у нас сейчас угроза возникновения чрезвычайной ситуации, именно поэтому мы проводим такую работу. Химчанина Александра Титова патрульные нисколько не смутили. Он спешил на работу. И соответствующий электронный пропуск у него был в телефоне. Вот очень легко получил по МОЗ РУ. Во время съемок правоохранители остановили около десятка человек. И ни одного нарушителя. По их словам, такое бывает нечасто. Обычно каждый второй не соблюдает административный кодекс. В таком случае предусмотрен штраф, который установит суд. Он может достигать 30 тысяч рублей. Для должностных лиц – до 50 тысяч рублей. Александр Сергеев, Николай Забродин, новости Хинки ТВ.